Итак, представься, пожалуйста, как тебя зовут? Лев Рощенко. Лев Рощенко. Сколько тебе лет? 8. Тебе 8 лет. Скажи, пожалуйста, Лев, как ты думаешь, почему ты к нам обратился, какие у тебя были трудности? Быстрее читать хотел научиться. Только читать у тебя все остальное получалось, да? А писать? Ну, немного некрасиво писал. Немного некрасиво. Что-то на курсе у тебя, ну, были какие-то затруднения, какие-то трудности, что у тебя не получалось, возможно? Ну, не было. Не было трудностей? Нет. Все прошло очень легко. Хорошо. Скажи, а что нормально, да? Что у тебя по итогу в конце курса? Что-то стало лучше получаться? Да, у меня стало лучше читать получаться и лучше писать. Угу, хорошо. Как ты думаешь, как это тебе поможет в жизни? Не знаешь. Пока не знаешь? Да. Возможно, в школе, да? Хорошо. Ты рад? Да. Да. Что ты чувствуешь вообще после курса? Тебе понравилось то, что ты вот стал лучше читать? Понравилось. Понравилось? Тебе нравится быть успешным, да? Хорошо, спасибо. А что бы ты другим деткам посоветовал, которые обращаются к нам? Не знаю. Ну, от себя просто что-то скажи. Надо им волноваться перед курсом? Нет. У тебя же все получилось? Да. Да? Волноваться не надо. Да, молодец. Спасибо тебе. Если волноваться, будет плохо. М? Если волноваться, плохо будет. Да, у тебя есть